Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас турнир закончился, и мы забираем свой приз. Мастер, 2 звезды, это очень круто. Значит, мы с вами получаем сегодня ДНК на слэша. 9030 у нас сюрикен, 45 ДНК на слэша, 90 золотых осколков, 65 платиновых. Хорошо, ну что же, сегодня, как обычно, по стандарту мы идем с вами на арену. А после арены все, друзья. Остальное будет уже, наверное, завтра. Ну, давай посмотрим, кто у нас на этой неделе. Да, друзья мои, на этой неделе у нас разыгрывается Роквелл. Тоже, в принципе, не помешает мне. Он тоже у меня не прокачан, так что за него побороться стоит. На испытаниях у нас сегодня городская война, свет в темноте и живи долго и играючи. Кстати, Сплинтер у нас будет здесь. Секундочку. Насчет Сплинтера нужно кое-что глянуть. Мне, по-моему, чуть-чуть не хватает, чтобы его прапать. 40 ДНК. Ну, как сказать? Ну, в принципе, да, друзья, 40 ДНК, если мы с вами получаем, да, мы его прокачиваем по фулочке. То есть потом уже только лишь поднять в платиновый ранг. Я думаю, что стоит с этим заморочиться. Может быть, у нас все-таки что-нибудь да получится. Так, ну что, по заданиям у нас пока все кисло, потому что я их выполнил недавно. Я заходил буквально, наверное, час назад, чтобы успеть в турнире дойти до мастера 2 звезд. Я, правда, потратил все доллары на откаты, чтобы почаще брать Леонардо. Но там пришлось не только Лео брать, там и Усаги я брал, и Железную Голову, потому что противников уже давали 75-76 уровня. Тяжелехонько было с ними драться обычными персонажами. Ну что ж, друзья, погнали мы с вами, наверное, на турнирочку. Кстати, еще у нас здесь будут разыгрываться осколки. Можно быстренько, наверное, пробежаться, да, размяться, так сказать. Ну, как ты уже понял, бро, да, разминочка у меня прошла успешно. Я последние золотые осколки забрал у Бакстера Стокмана. И теперь уже можно со спокойной душой идти на нашу ареночку. Я не знаю, конечно, хотелось бы испытание хотя бы одно сегодня зацепить. Но посмотрим, посмотрим, как у нас пойдет турнирка. Ну что же, пойдемте вступать. Так, что у нас здесь? Пока все одинаково, уровень практически у всех маленький, это хорошо, и я начну, наверное, с Ваньки. Всегда начинаем с наших, друзья мои. Американцы пускай там сидят и отдыхают, а мы будем именно с нашими соотечественниками драться. Ну что же, погнали, да? У нас 30 уровень, у них, по-моему, 14-15. Для нас это, естественно, шелуха. То есть разбомбим, даже не поморщимся. Да хорош, карачка, успокойся, отдохни маленько, присядь с дорожки. Так, Кирби тут выделывается, а? Это же у нас папа Эйприл О'Нил. После того, как попал опять же в мутаген, естественно. Так, ну что же, двигаемся с вами далее. Первый бой, конечно же, хорошо у нас прошел. Я думаю, второй, третий, четвертый и пятый пройдет тоже хорошо. А может быть и до конца игры пройдем с вами забвенно. Так, ну что, друзья мои, я уже на войне 2 звезды. Так и должно быть. Игра, как говорится, только обновилась, поэтому все сюда рванули, да? Все хотят подняться по рангу. Но не у всех получится это. Так, смотрите, у нас 2 Серег и Азиза. Азиза, я думаю, что мы будем... Давай вот этого Серегу возьмем. Тут потому что нет никакой фотографии, как бы неинтересно драться. А тут я вижу, вот Серега сидит, смотрит на меня грустными глазами в ожидании того, что сейчас получит от моих персонажей люлей. Погнали, короче. Опять же, у меня тут Рокстеди, да? Лео и Донни. А у него Макмен, Бакстер Стокман и Майки Фильм. Начнем, пожалуй-ка, мы вот с этого охламончика, с Бакстера Стокмана. Ух, не пробили. Это странно. Массовая атака от Донни. Шикарно. Меткость понизили. Не попадешь, стопудово. Нет, попал, но слабо. У нас было сопротивление, поэтому постепенный урон на нас не повесился. Макман вообще не смог ничего сделать, и мы его добиваем. Ну что же, друзья, двигаемся дальше. Кто-то из подписчиков спросил: Рэй, а у тебя аватарочка вот здесь, вот это твое фото? Да, друзья мои, это мое фото. Я как-то не привык чужие фотографии ставить вместо своих. Так что вот так вот я выгляжу. Ну, правда, эта фотка годовалой давности. В том году фотографировался. Так, ну что, мы уже с вами в Лиге Воинов 3 звезды. Это хорошо, это меня радует. Так, уже 4 персонажа будет доступно. И я смотрю, здесь Верн, Айдин и Джеймс.
Естественно, выбираем по кубкам, но так как у всех здесь одинаково, берем самого слабого, это будет у нас Верн. Верник, ты попал, по-моему. Ну-ка, кто там против тебя будет у нас выступать? Роквелл. О, друзья мои, смотрите, Роквелл у меня всего лишь в двух серебряных звездах. Естественно, нам нужно бороться за него, чтобы у него, ну, хотя бы три серебряные. В идеале, хотя бы четыре золотые было. Вообще, тогда было бы шикарно. Так что Роквелл это стоящее дело. Так что будем сегодня, точнее не сегодня, а вообще целую неделю бороться именно за него, за его ДНК. Так, ну что, Карачка, успокойся, родная моя. Зря свои кунайчики бросила. Давай-ка мы, наверное, сейчас добомбим. Что такое? Майки, успокойся, пожалуйста, не надо выделываться. Ты смотри, что сделал, а? Заблокировал способности. Так, нейтрализатор тут выделывается. Ну, давай накажем Карайку, наверное, для начала, да? Так, что такое? Подожди, Карайка, почему мои вот эти вот герои слабые 30 уровня не могут завалить вот этих вот 19-го, которые даже не 20 уровень абсолютно? По идее, должны ложить их с полплюшки, но нет, по три удара приходится сделать, чтобы уложить врага, как говорится, в состояние покоя. Не знаю, друзья. Ладно, это уже совсем другой вопрос, нам надо с вами двигаться. Так, мы с вами уже в элите, одна звезда, 88-я позиция, уже шикарно. Двигаемся с вами аккуратненько, без приключений. Что тут у нас? Женя. Женька, кстати, я тебя видел уже, ты неоднократно мне попадаешься. Перри и Карим. Ну, возьмем Женьку. Чё ж делать. Так, 25 уровень у него Макман. Максималочка, да? Значит, друзья, это хорошо, потому что у нас до сих пор еще 30 уровни не отыграли свою роль. Их у меня много, поэтому... поэтому будем именно ими драться. Так, три черепашки оригинала, да? И один, как говорится, Лео Космос у нас здесь затесался. Ну, естественно, будем начинать с Эйприл, потому что хиллер нам здесь не нужен. Как всегда, любит хилять в ненужное для нас время. В неподходящее, я бы так сказал. Тыч! Упала Эйприл. Теперь, я думаю, сделаем массовую атаку от Рафаэля в гневе. Вот так вот. Всю свою злость, как говорится, выплеснул. Макман, что ты делаешь? Плевок, да? Кислотный. Но неудачно у него получилось. А этот встал в оскорбление, поэтому надо его бомбить. Железноголовый, смотри, какой крепкий парень. Ёлки-палки, серьезно, что ли? Наконец-то пробили. Макман врубает своего топотуна. Но это, друзья, ему не поможет. Это его не спасет. Самое удивительное, что мне приходится по три раза бомбить, да, чтобы уложить врага. По три раза. А ему, по большому счету, наверное, резика 2-3 хватит. Но он-то не забывай, какого уровня и какого я. Ну что, погнали дальше. Перейдем, нет, не переходим мы с вами в элиту 2 звезды, но уже считай позиции. То есть все равно мы с вами двигаемся очень быстро. Так, верно, Саша и Джеймс. Я беру Санька. С вашего позволения. Здесь уже, смотрите, 28 уровень уже приближается к нам, к 30-му. Так что надо быть осторожным. Раз, два, три. Для подстраховки я возьму, наверное, здесь... давай-ка мы с тобой, наверное, возьмем Лео. Почему Лео? Потому что у него провокация есть, да? Не забывайте, у него может активироваться у ворот с довольно неплохим шансом, 75%. То есть фиг попадешь по нему. Так. Ну, наверное, мы сделаем сначала массовую атаку. Давай. Пыдыч. Так, неплохо. Уклонение мы... кому там у нас? Майки, у него теперь у ворота нету. То есть это очень даже шикарно. Так, давай-ка рубанем мечом космическим вот этим вот. Бластерным. Тыдыч. Неплохо Майки досталось. Ну-ка, добьем мы его. Ай-яй-яй. Донит, ну ты-то не подведи меня, пожалуйста. Ну. Твою же налево, что же это такое? Я так и думал, что Крип встанет в провокацию. Это мне невыгодно, друзья. Он еще и хиляется. Но, в принципе, правильно. Правильно все делает. Играет как надо. Ну что, попробуем прожечь. Получится, нет? Не получилось. Крип довольно... крепенький паренек. Давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Ага, мы его оглушили. А Донни, сможешь пробить его? Практически у тебя получилось, но все равно немножко отстаешь. Так, тихо, в кого бьет? Ой-ой-ой, друзья мои, он заблокировал мне способность хиляться. Блин, а без хила мне здесь будет тяжеловато, я надеюсь. Нифига себе, парень, вот это ты даешь. Вот это, Ванюша, ты сейчас дал джазу. Так, давай хиляться быстро. Давай хиляться, у нас здесь, конечно, хил вообще не прокачан, но вы сами только что увидели. Так, Ванюша, надо тебя отсюда убрать подальше куда-нибудь. Бумс,
А мог бы по Дони дать. Ладно, друзья мои, я встаю в стойку, в провокацию. Вот, самое то, что нужно. Смотри, и провокация, и уклонение. Вот теперь фиг, кто по нему попадет. Пускай 35 уровня, но у него уклонение очень хорошее. Я серьезно тебе говорю. Так, ну что, Майки, я думаю... Оп, видите, мажет, он ничего не сможет сделать. Оу, мы еще и постепенно урон повесили. Я думаю, сейчас мы его добьем. Да, Равкосмос делал свое дело. Ну что ж, друзья, идеально получилось. Мы с вами передвигаемся, конечно же, дальше. На следующий бой мы перейдем сейчас в элиту 2 звезды. Мне это нравится, 48-я позиция. То есть еще один бой, и уже до 3 звезд мы доберемся. В легкую причем. Так, Артемка, Иисус и Шин. Или нет, Син. Так, ну что, я думаю, наверное, будем брать... Ага, Иисус. Так, ну ладно, давай. Смотри, здесь у него 14 кубков. И максимальный уровень уже 32. Кстати, я еще 30-х-то, по-моему, не отыграл, верно? Ну-ка, давай заценим. Давай-ка мы это все дело посмотрим. Рафаэль плюс Кейси Джонс. Это 32 уровень, да? У него 32 тоже. Значит, мы сюда берем кромсателя с вами. Мы сюда берем кроликов 40 уровня. И возьмем, пожалуй-ка... Ну, я знаю, что Джастина я брать не буду, это точно. Давай возьмем Острозуба. Острозуб нам нужен здесь в плане провокатора. Слушай, что-то как-то противник-то очень быстро подрастает, прямо на глазах. Ну-ка, давайте-ка, кролики мои, покажите им. Ох, как хорошо-то сейчас было. Кого нам нужно с вами ликвидировать? По идее, Мондагека нужно ликвидировать. Но также и Кирби здесь не нужен нам. Ладно, начну с Мондагека, потому что он может ускорить команду. Теперь он уже никого не ускорит и... А у нас пониженная атака, да? Для Кейси. Так, а потом будет он ходить. Мы не успеем поставить в провокацию. И даже кромсателем не успеем сходить. Твою же налево. Ладно, я попробую. Я попробую, ребята, бомбануть. Ну, ох ты. Так, кромсатели. Ножами, бабочками. Отложенный урон. Вся надежда на тебя, кромсатели. Есть, он меня не подвел. Он красавчик, так, хорош. Брэдфорд, так, ну что. Теперь, естественно, мы с вами встаем в провокацию. И все. Попробуй, как говорится, теперь нас пробить. Ни у кого не получится. Через Острозуба так просто не пройти. А мы будем с вами спокойненько здесь их бомбить теперь. Так, запускаем наших кроликов, естественно, как же без них. Опа, ха, нейтрализатор упал. Так, Рафаэль, у тебя пониженная атака, поэтому давай-ка мы, наверное, тебя бомбанем хорошенько. Тун, бортанул его, молодец, Кейси Джонс, но слабовато. Давай просто ударим. Хуча. И добивочный. Да ладно. Рафик, что ты делаешь? Ты не смог добить Рафика, своего братишку? Ну-ка, так, если... Вот, вот кролики, кстати, очень молодцы. Единственная проблема, что прокачать их тяжело. ДНК на них практически нигде не взять. Ну что же, двигаемся с вами дальше. Я так понимаю, мы попадаем с вами, да? Трехзвездочную элиту. Позицию нам дают 69-ю. И у нас с вами очередной бой. Так, Амар, Слава и Владимир. И, как я понимаю, нам лучше взять с вами именно Славу. Давай. Так, Славка, ну что, 36-й, ничего себе, 36-й, 35-й уровень уже у него. Тут уже действительно не до шуток. Если я беру Джастина в пачку, да, то, естественно, здесь нужно брать обалденного провокатора, чтобы он, как обычно, не упал. И помимо провокатора нам еще нужен с вами обалденный хиллер. Кто у нас такой классный хиллер? Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Что-то я никого пока не вижу из хиллеров-то. Ну ладно, возьму Эйприл, так уж и быть. Для своего 46 уровня она должна захилять тут всех. Ну и я надеюсь, конечно же, что Рокстеди все-таки сможет... Эйприл, почему ты ходишь первый, а? Вот сейчас это вообще не нужно было на самом деле. Так, Мондагека, да? Ага, в кого бомбит? Постепенный урон, да ладно, серьезно что ли? Блин, у нас не одно, то другое. Если сейчас... Если мы сейчас с вами не успеем встать в стойку, в провокацию, а я сомневаюсь, что мы успеем, то мы потеряем с вами Саблезуба. Так, хорошо, предположим. Что дальше? Пробить лазером. Кого пробить нам лазером? Естественно, нужно Мондагека бомбить. Давай, наверное, пробьем его.
Ванька-стиранка тоже очень опасен. Да ну, ты че? Так, Джастин, давай массовую атаку. Вот, не ожидала, конечно, что он сможет кого-то завалить. Что? Как они... Ёпрасоты, я не увидел, что у всех стояла контратака. Друзья, а кто вот это сделать смог? Кто повесил им контратаку? Я что-то как-то, я, если честно, я этот момент пропустил. Я не увидел просто-напросто, кто это сделал. Мондагека, когда ускорял команду, так что ли? Или это сделал Лео? Друзья, напишите мне в комментариях. Не, я, конечно, потом посмотрю все на повторе у себя. Но как я такой момент-то пропустил? Господи, зачем я еще? Я еще Джастина подставил. Просто сделал массовую атаку. Естественно, если бы я вот был бы повнимательнее и видел бы, что здесь стоит контратака, я бы, конечно, бы Джастина бы не стал бы этого делать. Я его взял просто-напросто к смерти приговорил. Он от всех получил люли. Господи, вот я сдурковал. Да, погиб у нас Саблезуб. Слушай, короче, я вот тут лоханулся по полной программе, друзья. Вот, вот именно в этой пачке я так подвел всех. Ты посмотри, ну это что такое? Я просто переоценил свои силы. Я думал, что смогу здесь что-то сделать Рокстеди, Эйприл, Джастином, который прекрасно знает, что ватник. Джастин вместе с Саблезубом, они ватные. И тем не менее я рискнул их взять. Зачем? Зачем? Вот, вот так вот портишь себе настроение. Вроде бы игра, а осадочка остается. Да, друзья. Лопухнулся по полной программе. Короче, катка вот эта ни туда, ни сюда. В общем, пролетела она мимо кассы. Бесполезный был бой. И еще и подставил своих персонажей. Как обидно, а? Ладно, друзья мои. Тут у нас Грета, Андрюха и Эндрю. Ну, возьмем, наверное, с вами Андрюху. Сколько раз сам себе говорил, никогда Рэй не подставляйся. Никогда. Бери всегда с запасом. Бери. И на тебе. Взял. Знал же. Джастин вата. Саблезуб вата. Ну, взял танка. Взял танка, я не спорю. Но надо было еще подстраховаться. Получше, посильнее, посерьезнее. Ладно. Тут уже ничего не поделаешь. Надо было вот взять мне Кренга со своей массовой атакой, да, предположим. И хотя бы Дони. Видение. Вот это танк. Это тебе не Рокстеди. Это действительно танкуль из танкуль. Ладно, друзья. Что сделано, то сделано. Что будем сейчас... на этом зацикливаться. Ну что, делаем массовую атаку от Кренга. Жалко, что она, конечно, не прокачана хорошо, но, тем не менее, смотри, как бомбит. Да-да-да, тут ты можешь хоть что заснимать, тебе ничего не поможет. Ну, Бибубчик, помоги. Нет. Так, бросаем баллончик от Кейси Джонса. Вот, солидно. Смотрите, ребята, просто встаем с вами в провокацию. Бумс. Ну, давай-давай, ага. Крис Брэдфорд сразу стал, типа, знаешь, укреплять свою команду. По-моему, все-таки, друзья, в тот раз Мондагека нам, да, подсолил. Он сделал свой баф, соответственно, повесил контратаку на всех. И вот почему у нас Джастин там издулся. Ладно, друзья, здесь у нас все идеально получилось. Теперь нам вот действительно нельзя проигрывать ни одной боевки. Ну что ж, мы уже с вами в самураях. Одна звезда, 81-я позиция. Продолжаем. Так, у нас Маринка, Сабинка и еще Маринка. Смотрите, у нас сегодня как-то, да? Ваня, Ваня, Марина, Марина, Серега, Серега. Прям вот идеально идет. Ну что же, давай посмотрим. Наверное, я думаю, что взять стоит вот эту вот Марину. Возьмем, наверное, ее, потому что она будет слабее всех, да? Очень много серебра здесь. Ну и уровень подходящий, и кубки тоже неплохие. Так, сколько здесь? 36-й левел. У меня пиццелицей 40-го, Макмен. Опять же, тебе могу сказать, что команда так себе. Ее вот это вот может разобрать вполне. Потому что, ну опять же, смотри, пиццелицей вата, Рафаэль так себе. Если я сюда возьму еще мутагеноида, то вообще будет провал полный. Поэтому я рисковать на этот раз не буду. Я возьму Лео. По крайней мере, у него есть провокация. И сам по себе он тоже неплохой, как говорится, боец. Ну что ж, давай приступим. Начнем с Леонардо, потому что он мне тут вообще не нужен. Со своими массовыми атаками и так далее и тому подобное. Так, хоп, волна. Отлично.
Так, ну вот, вот, вот. Я об этом говорил, что будет отхил, естественно. Я даже знал, что так будет. Так, давай массовую атаку от Макмана. Неплохо. Макман хорош. Так, давай Лео отсюда вообще убирать. Следующий, я думаю, у нас будет... Следующий будет у нас... Давай массовую атаку бомбанем. Хоба. Так, секунду. Постепенко, постепенко. Он делает защиту. Он делает защиту Донателло, да? Значит, нам кого надо убрать? Донателло нам и нужно убирать, в принципе. Но он под защитой. Сразу так не пробежу его. Стойку беру. Провокация, друзья мои, это провокация. Добиваем, скорее всего, с вами Донателло. Отлично. Крис выжил от постепенного урона, но это ненадолго. Мы его сейчас убираем с поля боя. Так, Макман топотуна врубает. Опять же, бесполезно. Бросаем туда плюшку. Минус урок, кстати, и добивочный для Макмана. Вот здесь, в принципе, сыграно все хорошо. Но не забывайте, здесь танк действительно хороший. Вот Леонардо. Ролевик, он провокатор такой, скажем, от бога. Так, ну что ж, двигаемся с вами дальше. Я думал, перейдем на две звезды, ничего подобного. Ладно, тогда мы в процессе покорения этих высот. Габриэль, Нонейм и Джозе Джой. Хм. Нам надо брать Габриэля, потому что тут кубков больше будет. Уровень мы прекрасно видим, да, здесь 44-й, это Эйприл. Но, честно скажу, надо смотреть вот на эти 43-й, 42-й, потому что Эйприл 44-го уровня — это не показатель. Она сама по себе не боец. Да, как хиллер хороша, но как боец она вата. Так, и надо нам выбрать. Возьму Крипа, пожалуй, сюда. И возьму-ка я, наверное, Сплинтера. Сплинтер, бафер, контратакер. Причем его не надо бафать на контратаку. Он сам автоматически, как Рафаэль, это делает. Так, ну что же, массовая атака, наверное, для начала, да? Давай, Майки Космос. Тыч. Слабенькая, конечно, массовая атака. Давай, наверное, пробафаемся маленечко, да, на атаку. Так, он тоже бафается на атаку. Сейчас будет, наверное, Эйприл хилять всех, нет? Воу, как он так умудрился в два раза к ряду сходить? Так, друзья, у меня мутагеноид, как обычно, ватный мой, в зоне риска. Нам нужно брать провокацию на Крипа. Вот так вот. Что такое? Что это, друзья? Что у меня команда такая вечно ватная? Крип, ты давай меня не подводи, родной. Веер бросает. Так, ну ладно, я надеюсь, Крип у меня успеет отхиляться. Или же нет? Так, ну-ка, в ладошки. Отлично. Так, нам кого надо добить? О, давай-ка, наверное, мы попробуем Майки с вами. Ой-ой-ой, не вышло нифига. А так, если... Так, бомбанули. Давай теперь, наверное, Рафаэля. Почему Рафика? Потому что он, друзья, имеет массовую атаку. Он может ее применить в любую секунду. И у меня тут бойцы полягут. Теперь уже я пока на расслабоне. Добью его. Слушай, что дальше делать? До Крипа вообще дойдет очередь сегодня или нет? Ну-ка. Ага. Вот. Давай, захиливайся, родной. Да, конечно, хильнулся он. Не очень много. Ну-ка, в ладошки. Мимо. Ну, я всегда говорю вам, ребят, мутагеноид этот, Тимми, он у меня слабак вообще. Слабачок. Чего? Сплинтер не смог пробить? Да ладно, ты серьезно, что ли? Из-за того, что у него... Так, ладно, хорошо, я буду тогда... Эйприл брать в оборот. Раз этот под уклонением стоит, мы лишим вот так вот Эйприл команды. Ну что же, теперь все. Давай, наверное, постепенный урон повесим. Не получилось. А вот так вот если. Майки хорошего делаются, а уже. Смотри какой, а. Мутагеноид такой, знаешь, пробивающий удар в конце сделал. Довольный, наверное, сам собой, что у него все вышло. Да, опять же, друзья, могли сфейлиться в любую секунду. Вы сами прекрасно видели. Так, 58-я позиция. У нас с вами Лига Самураев, 2 звезды. И мы продолжаем. Так, Рахмат, Никия, да? И у нас Михай. Кого будем брать? В принципе, здесь можно взять любого. И тогда я выбираю Никия, вот его. Будем с ним драться. Тут 40-е уровни. 40-е уровни, как раз то, что мне нужно. У меня Шреддер 45-го, у меня Рокстеди 45-го, Слэш 45-го, Кунай. Ну, Эйприл Кунай. В Наичи, точнее, 45-го уровня. И давай возьмем, наверное, здесь
Кого взять-то мне? Вот, я возьму Тимми. Тимати. Ну что ж, погнали. Так, кто у нас тут? О, Хан. Так, вызываем наших Бибоба Рокстеди с другого измерения. Неплохо бомбанули. Естественно, берем сразу провокацию на Тимати. Отлично. Да-да-да-да-да, конечно, вам не дано пробить его. Ну, попробуем избавиться от Кирби. Ага, не тут-то было. Ну вот Кунаичи сейчас добьет его, естественно. Так, шикарненько. Что-то дальше, да-да-да-да, конечно. Заблокировал способности, но мне они сейчас не нужны. А мы сейчас поджарим. Ой, классненько-то как. Ой, хорошечно идет. Давай, наверное, уберем отсюда майки. Замечательно. Рокула сможем убрать? Ну, я постараюсь, хотя вряд ли. Не пробьет, наверное, слэш. Не пробил. Так, Кунаичи добьет, это однозначно. И остается у нас тут Бибопчик. Постепенный урон его ушатал. Идеальная победа. Ну, конечно, когда у меня 45-е, 40-е, 50-е, эти бойцы, по крайней мере, прокачаны более-менее, в отличие от 30-х. Надо же, еще не попали в самурай 3 звезды. Странно как-то это очень. Так, Бруно, Пауло, М и Сашка. Ну, и возьмем Сашку. Тихо-тихо-тихо, Рафаэль, тебе еще пока рано. Тебе еще пока рано идти в бой. 44-й, 43-й, да? Ну, от Алапекса здесь мало будет толку, так же, как от майки фирмы. Ну, Мондогека, ладно, хорошо, ускорит команду. Но мне нужно теперь взять подобающую. Возьму сюда Рокзара и, пожалуй, Змейка Вьюна. Это 100% гарантия того, что мы сможем здесь с вами победить. Мондогека, я надеюсь, инициатива меня не подведет. Сможет, как говорится, быстренько накинуть ускорение. Но, по-моему, что-то дела пошли не так, как я ожидал, если честно. Слушай, если мы сделаем массовую атаку от Змейка Вьюна, Эйприл отхиляет, скорее всего. Ну-ка попробуем тогда просто ее бомбан. Оу! Неплохо. Так, кролики. А ну-ка. Угу. Ничего не вышло. Давай бросим баллончик. Заблокировали способности. Замечательно. Все, они теперь наши, голубчики. Ах ты. Донателло все-таки поставил защиту дополнительную. То есть придется помучиться, чтобы их пробить здесь. Ну-ка. Минус кролики. Наверное, нам надо брать Донателло в оборот. Донателло фильм. Теперь можно использовать, естественно, и массовые атаки. Так, 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 секунду, секунду. Я прицениваюсь, прицениваюсь. Давай, наверное, его попробуем истребить. Получилось. Теперь вот этого. Лео. Упс, тихо, тихо, тихо. Лео, не буянь. Да что ж ты. Давай массовую атаку, наверное, всем хана. Ну, я же говорил, Змейка Вьюн никогда меня не подведет. Отлично, двигаемся с вами дальше. Я думаю, что Самурай 3 звезды, да? Ну, естественно. Оппозиция 55-я. То есть до Сёгунов мы сегодня однозначно с вами добежим. Так, Коди, Билли и Сан. Так, интересно. Я, наверное, возьму Коди. Уровень маленький, да? Кубки одинаковые и серебра достаточно. Аж 3 персонажа. То есть уровень и серебро. Да, меня это подкупает, поэтому я соглашаюсь. Тут, значит, 45-й уровень. Возьмем Лео, Майки. У меня же тут больше никого не осталось, нет. Берем Шреддера, Хана. Нет, Хана я, наверное, брать пока не буду. Возьму вот Шархана. И Ваньку, да? И Ваньку возьмем. Вот такая у нас команда с вами получается. Я думаю, что против... Ну, самый ватный здесь, конечно же, Кирби. Он будет одним из первых, наверное, падать. Ага, Хан начинает. Начинает понижать нам защиту. Понижать нам и атаку. Все равно буду массовыми бомбить. Так, ну я тоже ему защиту, да? Он на некоторых персонажах понизил. Теперь сделаем суператаку от Шреддера. Ох, неплохо я побомбил. Интересно, сможем пробить? Майки, как ты? Отлично, минус 2. И добиваем вонюшкой всех. Слушай, ну неплохо было сейчас сыграно, да? Меня ребята даже не то, что у них... мало того, что защита была понижена, у них еще и атака была понижена. И они все-таки умудрились забомбить врага. Ну что же, не перешли еще. Ладно, хорошо. Еще предстоит один бой нам сделать. Так, Шоу, Артем и Александр.
Ну, тут, понятное дело, берем тогда Артема. 49-й уже уровень. 49-й, это тебе не шуточки. Смотри, раз, два, три, берем. Возьму сюда Зека, пожалуй, и... Кого взять? Ну, давай возьмем Армагона. Попытаемся сейчас бомбануть их. Так, ну что, бросаем бомбочку, естественно. И... Так, наверное, нам нужно добить морозильную кошку. Давай сделаем вот так вот. Хан меня не подводил и не подвел. И я думаю, что сейчас придет им фиаско всем. Всем дружно. Это все Армагон, друзья мои. Тоже, кстати, кто-то из подписчиков писал: Рэй, почему ты его не прокачиваешь? Ребят, я всех прокачиваю по мере возможности. Насколько у меня хватает мутагена. Понимаете? Кто-то там: ты говорил, что будешь прокачивать Рафаэля. Друзья, всех буду прокачивать, но... Каждого в свое время, понимаешь? У меня открываются новые персонажи, конечно же, мне хочется их подтянуть туда, повыше. Как говорится, к нашей имбе. Но так как с мутагеном всегда проблема, не на всех хватает его. Так, ну что у нас тут? Ти, Мариан и Рейн. Ну, я даже не знаю, тут кого взять. Я, наверное, возьму Мариана. Не знаю почему, но вот захотелось мне взять Мариана. Так, надо вот этих ребят-то тоже отыграть, а то они как-то стоят в сторонке, да? И не бухтят. Поэтому для этого дела я возьму Железноголового и Майки. Нет, Майки это не то, в данный момент вообще не то. Вот кто. Усаги, который рвет и мечет. Как говорится, под его клинки лучше не попадаться. Так, плюс у него обалденная инициатива, он начинает одним из первых выступать, как и Леонардо в свое время. Сейчас будет прекрасно, смотрите. А кто выжил, ребята, тот упал бы от постепенного урона, но я их и так добью. Да, Усаги, если мы с вами докачаем до 90 уровня, как нашего Леонардо, можно будет чисто играть одним им. Поехали. Так, мы с вами всего не одна звезда, практически уже в двух звездах. И это мне уже нравится. Так, Рикардо, Евгений и Паул. Тут все одинаково, поэтому я склоняюсь, наверное, больше вот сюда. Тут серебра много. Хоть и уровень повыше будет, но тем не менее я должен здесь справиться. Так, берем сюда Микеланджело, берем Донателло, берем с вами Паукуса, нейтрализатора, да? И думаю, что Карайка будет самое то. Почему именно такая команда, ребята? Без хила. Во-первых, Донни поставит защиту неплохую. Во-вторых, у нас тут много массовых атак. Плюс, естественно, уклонение от Майки. Так, ну что, поехали. Кунай бросаем. Отлично. Так, теперь Пауку сделает массовую атаку. Донателло массовую атаку. И добивает у нас нейтрализатор, естественно, всех. Со своей базуки. Ну, вот и все. Вот почему, ребят, такая была команда взята. Очень много массовых атак. Пускай даже не имбово прокачанных, но тем не менее этого достаточно было, чтобы победить нашего соперника. И вот мы с вами в Сёгуне. Две звезды, 76-я позиция. То есть где-то боя 2 нам нужно выиграть, чтобы попасть в Сёгун 3 звезды. Но это вряд ли у нас получится, потому что не хватит персонажей. Так, опять же, Билли, Руслан и Люси. Сейчас я присоединюсь. Тут серебро, это хорошо, это меня радует. Но тут тоже серебро есть. Тут персонажи такие, знаешь, довольно ватненькие. Берем, короче, с вами Руслана. Сколько у нас вообще героев? По-моему, все, это последние, да? Да, друзья, это последняя у нас заходочка с вами. Естественно, берем всех. Потому что можно было бы, да, взять одного или двух сильных, но если бы у нас были тут какие-нибудь слабенькие. Но, как видите, вообще никого не осталось. Поэтому они отыгрывают свою роль полностью. И тут вообще не о чем говорить. Сейчас просто Лео, наверное, половину положит. Да, практически всех положил, и Змея Карай добивает. Все, имбовая, конечно, была битва. Хотелось мне в этой... Вот если бы я не проиграл бы в той катке, в том бою, мы бы 100% с вами добрались бы, наверное, до Сёгунов 3 звезды. Сейчас посмотрим. Да, мы бы с вами были бы сегодня в Сёгуне 3 звезды. Это был бы у нас, по-моему, абсолютно рекорд.
Ну, так как там я сдулся, естественно, нам с вами не хватило вот совсем немножечко, чайную ложечку, чтобы пройти. Ну что, давайте, наверное, друзья, сбегаем все-таки на одно из испытаний, пока я в духе. Так, городская война. Надо посмотреть, кого нам еще дадут, какие персонажи здесь. Так, мы будем отыгрывать роль. А кто мне здесь? Мне нужен только эпизод 8, друзья мои. Шреддер. Остальные у меня, по-моему, все прокачаны. Верно? Верно. Хорошо, давай глянем. Живи долго и играючи. Здесь кто мне нужен? Так, ну, Лео, Раф, Майки мне. Слушай, а Майки мне нужен? По-моему, нужен. И Донателло. Кожеголовый. Слушай, давай, наверное, начнем с «Живите долго и играючи». Поехали, друзья. У нас, кстати, сыра не так уж и много. Вот что я тебе хочу сказать. Ой-ой-ой-ой. Друзья, сегодня есть шанс пройти полностью «Живи долго и играючи». Прикинь, мне дали абсолютную имбу. Абсолютную. То есть это говорит о том, что круче этих ребят у меня просто никого нету. Естественно, автобой, ну, с этими ребятами я могу, наверное, до предпоследнего эпизода играть чисто на автобой. И ничего им никто не сделает. Понимаешь? Тут просто можно пойти мне спокойненько налить чайку, они тут всех сами разложат по полочкам. Ладно, третья волна. Тут они какого уровня-то все? 12-го. Ну, естественно, мы их тут ушатаем без каких-либо проблем. Так, и последний гриб, отлично. Все, тут победа, тут так и должно быть. Слушай, интересно, если нам дадут такую же имбу на первом испытании, да? Где Шреддер? Я смогу, наверное, заработать одно ДНК на Шреддера, а потом пофармить. Кстати, мне тоже там не очень много осталось для того, чтобы его перевести на следующий ранг. Надо будет с этим как-то заморочиться. Так, ладно, ушатали. Но не забывайте, что на этой неделе, да, у нас главный приз — это ДНК на Рокула. И не забываем также, что будем фармить Сплинтера. Сплинтера, чтобы поднять нам до имбы, по крайней мере, до 5 фулл звезд, нам нужно 40 ДНК для него. Это я не говорю, что будет легко, но постараться надо. Опять же, все будет зависеть от того, кого нам дадут. Если бы мне на Сплинтера дали вот эту вот команду, которую сейчас перед вашими глазами, поверьте, я бы, наверное, там дошел бы, может быть, даже все эпизоды прошел, хотя вряд ли, но постарался бы. И ты прикинь, сколько мы могли бы там с вами получить этих ДНК. Целую кучу. Кстати, вот можно проверить, сколько нам до Шреддера, до классики нужно. Вот, смотрите, друзья мои, всего лишь 27 ДНК, 27. Немало, ну и немного, согласись. На Сплинтера нужно 40. Блин, и прикинь, Шреддер и Сплинтер у меня будут пятизвездочными золотыми персонажами. Два заклятых врага, да? Прикольно. Еще в одной пачке, ты прикинь, поставить их. Да, это было бы мило. Ну что ж, друзья, продолжаем. Продолжаем с вами наши испытания. Так, у нас здесь разыгрывается крип. Бронированные тараканы тут у нас, да? Кто там еще? Ну, эти, понятное дело, люди-грибы, которые непонятно вообще откуда взялись. Так, солидненько. Переходим дальше. Тут у нас три волны, так что все будет очень довольно быстро. Слушай, а вот эти вот рыцари, я так понимаю, ребята из видения, да? Откуда наши? Или из сериала, где Майки и все мои эти были ролевыми игроками, да? Скорее всего, оттуда. Почему-то мне так кажется. Но больше почему-то они напоминают мне именно из видения. Потому что эти тут как бы рыцари, да, если брать. А фиг знает, я уже запутался, если честно. Видение, потом это. Привидение, елки-палки. Так, вот, видите, вот они как выглядят ролевыми. Вот здесь вот. Как будто вот в какие-то рыцарские времена, да? А вот эти вот из видения, ну они, в принципе, тоже какие-то там, да, непонятные самураи. Из какой эпохи они взяты, я фиг знает. Ладно, ребят, поехали. Тут, кстати, у нас первый босс попадается, крокодил. Видите, в кого превратился бронированный таракан? Вот в такую вот муху, злюку.
Так, ну что, вторая волна у нас здесь. Опять эти рыцари. Ну, это все вата. Для нас это вата, ребят. Ушатываем. Замечательно. Блин, как же вот все-таки я очень сильно доволен, ребят, что мы с вами перевели нашего Усаги в платиновый ранг. Согласись, он выдает такие кренделябры, что, ну, любой вражина просто нам позавидует. Так. Двойная атака, да, у Усаги была. Но ему не понадобится, ему достаточно ни одного раза ударить. А вот и первый босс-крокодил, который тут якобы попадает в сейф. Угу. В такой маске. Зачем он такую маску надел, я не понимаю. Ну, мы его сейчас быстренько здесь распетрушим. Он даже не успел ни одного хода сделать. Упал. Ну что же, а мы продолжаем с вами. Так, сколько нам там осталось? Мы практически полпути с вами прошли. Может быть, даже чуть побольше, да? Мы зарабатываем. О, Леонардо ролевой, 2 ДНК. Вот это мне нравится. Это очень мне нравится. Так, вот еще Рафаэль, 2 ДНК. Попробуем дойти с вами. Не то, что дойти, а пройти. Пройти вообще полностью этот, это испытание. Все эпизоды с вами прошуршим. Так, как вы видите, мы дошли с вами до противника, который 55 уровня. Соответственно, здесь тоже все будет имбово. Кожеголовый. Кстати, кожеголовый тоже очень-очень редко ДНК на него где-то можно найти. А они мне нужны. Если прокачать его по фулочке кожеголового, он очень-очень неплох. И как провокатор, и как боец. Так. У него еще массовая атака мне нравится, когда он ложится на пол, начинает крутиться. Очень неплохая массовая атака. Так, скелетики. Сейчас мы их быстренько тут располосуем. Буквально там по одному. Ну зачем ты, ну, Майки, зачем ты вот этот удар применяешь? Можно было просто бомбануть его и все. И последняя заключительная волна. Здесь у нас кто? Крысиный король, Рафаэль ролевой. Ну и Майки тоже ролевой. Я не понимаю, какого лешего здесь сюда присоединился Крысиный король. С какого-то боку припек он здесь вообще оказался. Ой, ну Усаги, ну хорош выделался. Ну, ну что ты, ну я понимаю, конечно, что можешь. Что? Что? Ты не уложил этих ребят своей супер-имбовой атакой? Ну ты уж извини меня, Усаги. Да ладно, не уложил. Ты даже постепенный урон на них не повесил. Что с ним происходит, друзья мои? Может, перехвалил, а? Так, Рафаэль ролевой нам достается. Ну, вот этот вот Майки мне, конечно, не нужен. Ну ладно, ДНК лишними не будет. 65 уровень у противников, поэтому погнали. Так, скелетоны, рыцари, в общем... Все как обычно. Смотри-ка, мы уже что-то, ребят, с вами пасуем потихоньку. Хм, не можем пробить, прикинь, с первого удара. И это только лишь 60 уровень. Потом будет 70-й, да, 75-й. И в конце, скорее всего, 85-й, 90-й. Наверное, где-то так. По моим прогнозам должно быть именно так. Так, железноголовому выгоднее, знаете, что делать? Именно делать двойную атаку. Не провокацию, да, молодец, красавчик. Только надо было не этого бомбить. Опять Усаги делает свой выпендреж. Зачем? Ну зачем он сейчас нужен? Ну два врага было, нет, он решил тут повыделываться. Не понимаю я его. Хорошо, ладно, передвигаемся с вами дальше. Тут у нас скелепундеры, мы их сейчас быстренько с вами разберем. И в принципе там будет уже последняя заключительная волна. Что-что-что-то. Ага, Хыдич. Молодец, видел? На 4000 крит урон был. Обалдеть. Мне бы, конечно, было бы приятнее вот видеть здесь наверху, чтобы знать, сколько у него здоровья там, например, 18 тысяч, там, 15 тысяч. Так бы было бы круче ориентироваться. Сколько, например, у врага здоровья, да, и сколько мы наносим урона. Так, ну-ка, Майки, зачем? Это наш ведь, Майки? Да, это наш. Решил сплясать. Вот, обожаю, когда он делает вот баф. Баф у него, конечно, очень шикарен у нашего Усаги. Мало того, что он массовый, так он еще делает не одну какую-то, да, там способность нам приклеивает, а несколько там. Контратаку. Что он там может двойную атаку повесить. Плюс защиту он вешает. То есть, как бафер Усаги, это вообще имбово. Так, ну. Ну, я думаю, добьет он, наверное, да? Нет, не смог. Хиляется. Зачем? Зачем ты, Донателло, хиляешься? Ты только оттягиваешь свою участь.
Все, друзья, тут, как видите, у нас идеально прошло. И мы переходим на следующее предпоследнее испытание. Предпоследнее испытание. Давай, погнали. Это у нас тут Донателло. Да, друзья, я Кужеголового, по-моему, еще ни разу не смог завалить. Так что сегодня будет у нас шанс это сделать. Но все зависит от того, как мы вот здесь вот с вами сыграем. Тут еще и босс 75 уровня, крокодил-аллигатор этот, да? Фух, погнали. Ну, начнем. Я не буду здесь уклонение тратить. Я думаю, что это ни к чему. Я думаю, так разберемся с ними. Хоба. Так, почесали дальше. Будем в начале обычные просто атаки применять. Думаю, здесь ничего страшного. Оу. Хо-хо-хо-хо. Так, тихо-тихо-тихо. Смотри-ка, что делают. Да, массовые атаки у них все-таки наносят повреждения. Причем довольно неплохие. Почему у меня от этого страдает Усаги? Больше всех не могу пока врубиться. Давай, наверное, массовую атаку сделаем. Ага, упали. Надо было хильнуться. Ай, поздно сообразил. Ладно, пока вот тут у нас скелетики, можно будет захиляться. Так, давай пробафаемся на всякий случай. Не хочу потерять никого здесь. Слушай, шикарно. Контратака, да, висит. Теперь, наверное, мы... Блин. Да, по идее, должны мы с ними разобраться здесь. Господи, что такого-то? У нас, тем более, тут все по имбе. Давай-ка вот этого вот ушатаем. Нет, не получилось. Майки. Ну, вторую атаку. Отлично. Провокацию... Можно, в принципе, взять провокацию, кстати. А нужно ли? Ладно, возьмем. Возьмем провокацию с вами. На нашу железную голову. Так, ну что, попробуй только трон его. Ответочка незамедлительная. Второму тоже. Вот так вот, нормуль, друзья. Так, как только до майки дойдет. Да, я хотел вот отхилиться. Можно было, конечно, и уклонение писать. Но я думаю, что отхиляемся вначале. Так, Усаги, добей. Отлично, у нас четвертая волна. Это предпоследняя. Смотрим, но с этими ребятами шутить не стоит. Их лучше как можно быстрее ушатать. Так, берем ярость Рафа на атаку. Так, отвечай. Вертушку. Нет, у нас еще будет с вами босс. Вот, уклонение. То, что нужно. Пускай теперь попробует попасть. А они будут попадать на самом деле. О, заблокировали способность. Добей его, молодец. Смотри, как у нас долго с вами висит контратака на железной голове. Фе, я не ожидал. Что ты, массовую атаку применяет. Оп. Сейчас получит от всех. О, парнишка. Нет, не от всех. А, у нас же провокатор. Леонардо в провокацию стал. Так, ну что, надо его как-то ушатывать. И как можно быстрее. Чтобы этот сейчас еще тут отхил свою не врубил. Я имею в виду Донателло. Ать. Все, Рафик, пора прощаться с тобой. Ты уже нас утомил маленько. Ну что же, босс, друзья мои. Слушай, я думаю, никаких проблем не должно быть. Ну, может быть, кого-нибудь потеряем, но в любом случае мы его здесь разнесем в хламину. Так, давай. Можно было бы, конечно, и баф повесить, но я вот решил так. Постепенный урон, шикарно. Теперь вот такой пробивной удар. Ой, ой, друзья мои, я ему не завидую. У нас еще и уклонение висит. Хе. Так, было уклонение, сейчас уже нету. Так, ага. Ответочка. И, друзья мои, постепенно урон его бы убил, но нам придется его просто так вот добить. Давай, 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 летай тут. Отлично. Очень хорошо прошли мы этот уровень, этот этап. Ну, теперь самое интересное, самое сладенькое, ради чего мы сегодня и дрались. Так, две ДНК на Донателло, это шикарно. А самое интересное, это эпизод 8. Смогу ли я его пройти? Вы посмотрите, друзья, 85 уровень. 85 уровень. Практически на пределе. Даже будут круче, чем мои персонажи. Мне самому интересно, сможем ли мы здесь пройти 5 волн. Ух, очень-очень будет сложно. Поэтому начнем, наверное, мы с вами с уклонения, чтобы как можно больше сохранить себе здесь здоровье. И начинаем. Можно было бы, кстати, и пробафаться. Тоже бы не помешало, если честно. Так. Видишь, как тяжело. Ну, хорошо, что у нас двойные атаки у всех стоят. Так, Раф, давай.
они начинают вот этими своими массовыми атаками. Несмотря на то, что у нас с вами стоит уклонение у ворон, да, они все равно попадают. Вот что самое интересное. Ладно. Ой, заблокировали. Так, ну что, нам, наверное, надо будет хильнуться, скорее всего, и будем это делать от майки, хил применять. Так, провокацию я не думаю, что здесь нам стоит брать в данный момент. Попозже, чуть-чуть попозже, ребят, хильнемся попозже маленько. Потому что, ну, еще терпимо. Вот пробафаться, это, конечно, надо. Пробафаться надо, потому что я не знаю, кого они будут бомбить, а контратака... Так, на двоих повесилось, да? Давай, Лео. Ух, с удара снес. Молодец, красавчик. Так, здесь не получилось. Рафик. Ага. У нас два бойца, которые могут контратаковать. Это прекрасно просто. Так, давай этого добьем. О, не вышло. Ага, молодец. Так, а здесь... Шикарно. Слушай, третья волна уже. Пока идем ровненько. Так, тут у нас скелетики. Тут у нас скелетики и... Слушай, я не знаю, стоит ли рисковать или нет. Нет, я пока не буду. Я хотел провокацию, думаю, взять, но что-то передумал в последний момент. Думаю, пока без нее обойдемся. Вот отхиляться, да, это надо бы. Потому что, когда мы придем к последнему боссу, да, уже с вами, чтобы у нас отхил с вами уже был на откате. Так, шикарно, пока все хорошо, друзья мои. Ай-яй-яй, замедлили. Рафик, ответ. Молодец. Так, по майке пока не могут попасть. Он практически все время у нас на уклонении висит. Срабатывает у него очень часто вот это уклонение. Это как бы пассивка. И очень классно. Так, ну давай бомбанем, так уж и быть. Добьешь майки? Вряд ли, да? Ладно, ничего страшного, Усаги. Молодец, красавчик. Двигаемся, четвертая волна. Здесь уже будут враги посерьезнее. Так, все ролевики, да? С кого начнем? С кого бы нам начать? С Донателло начну, пожалуй. Давай начнем с него. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, стоит ли... Давай возьмем все-таки провокацию на Рафаэля. Если что, друзья мои, будем его подхиливать постепенно. Так, ответочка. Молодец, красавчик. Вот, можно, кстати, уклонение сделать. Но пока не будем. Пока не будем, мы с вами побьем их маленечко, да? Можно... Опять же, пока не хочу. Ух, все это... Ой-ой-ой-ой, массовая атака. Это уже, ребят, не шутки, но... Я думаю, что... Блин. Провокацию взял Лео. Еще и отхил. Так, ребята, у меня Рафаэль в критичной ситуации. Поехали. Я, как говорится, уже не могу здесь долго стоять и выдерживать вот это вот оскорбление, так скажем, в мою сторону. Уклонение. Не буду я пока делать уклонение. Пока терпимо. Еще терпимо, друзья. Также и по поводу отхила. Слушай, массовая атака мне не нужна, да, на боссе последнем. Давай, наверное, так, применим ее сейчас. Лео, прощай. Знаешь, чего я забыл сделать? Хильнуться. У него инициативы сейчас будет, знаешь, сколько? Он сейчас будет по два раза, наверное, ходить. Надеюсь, выстоим. Надеюсь. Так. Начинается. Так, вторая, да, нет? Хиляемся, друзья, хил делаем, конечно же. Нам нужно продержаться здесь. Бум, с хвостом, по Рафику, естественно, потому что Рафаэль у нас в провокации стоит. Тут можно... Нет, я сделаю на уклонение. Может быть, хоть как-то нас это спасет. Хоть как-то. Так, тут можно тоже пробафаться. Можно... Давай, я рискую, друзья. Рафика, наверное, скорее всего, мы с вами потеряем здесь. Надеюсь, что только Рафика, потому что парень лютовать не будет, поверь мне. Так, постепенку повесим. Повесили, уже хорошо. Уже хорошо, друзья мои. Так, Майки, делай хил. Потому что толку в атаке от тебя нету. Но хотя бы подкрепишь наших ребят. И вот теперь я бафаюсь. Почему делаю баф? Ребят, если контратака на всех повесится, это будет шикарно. Ой, как смачно, ты посмотри, на двоих, да? На двоих, да. Отлично, пробивной. И все. Друзья мои, практически мы его в сухую вынесли, если бы не погиб Леонардо. Но Леонардо у нас погиб из-за того, что был провокатором. На него упала такая доля защищать нашу команду.
Он пожертвовал собой. Но мы зато получили с вами две ДНК на коже голова. И в первый раз за всю историю я прохожу живи долго и играючи. Да-да-да. То есть прогрессируем мы с вами. Как ни крути, команда крепчает. И все это благодаря тому, что мне дали имбу. И то, что у меня есть в этой имбе у саги. Этот персонаж очень хорош, поверьте мне. Так что качайте его, если будет возможность. Ну что ж, друзья, на этой ноте я буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!